Привет! Мы находимся в Барселоне, где проходит этап чемпионата Европы по гонкам на выносливость. Команда G-Drive Racing в деле, и мы приехали ее поддержать. Но вообще мы прикатили в Барсу не только из-за гонки, а для того, чтобы снять эксклюзивный выпуск G-Drive Show с кудесником мяча, гордостью нации, грозой всей Испании. Я до сих пор не могу поверить в то, что он согласился. Тише, он уже здесь. Слышь, подвинься. Вообще-то это про меня. Тём, ну, может, возьмешь парня себе в команду? Я слышал, он в порядке. Спокойно. Я привез своего иранского Месси. Ну что, колхозники, погнали. Правила шоу просты. Команда футболистов против команды блогеров. Три челленджа. Победа в первом принесет одно очко, во втором – два, в третьем – три. Лузеров ждет наказание. Сегодня неудачники станут сосиской, катящейся в шинах. Первый челлендж – повелители шин. Перед участниками установлены конструкции из шин разной степени сложности. Попадания оцениваются в одно, два и три очка. На эти конструкции у каждого игрока есть по 4 удара. Ну а чтобы добавить интриги, у нас имеется финальная шина – катящаяся. За попадание в нее команда получит сразу 6 очков. На движущуюся цель у участников есть по одной попытке. Ну что, приступим? Давайте по классике, ЦУЕФА. Да. Давайте. Я не понял, почему мы вообще не здороваемся? Давай поздороваемся. Почему мы не уже Миллера? Ребята, всем привет. Тёма, поздоровайтесь. Программа «Жди меня». Кто-нибудь Миллера видел? Где Миллер? Где? Что это за депо... Привет, дорогие. Есть тебе худее. Давайте, ладно. Давай. Все, ЦУЕФА, давайте. ЦУЕФА. Это решаем, мы решаем. Вы первый бьете, мы второй. Да, да. Ян, ты бьешь первый. Вот она уже, победы начались. Поехали. Для того, чтобы задать тон, попадаю сразу. Зырь. Давай, малыш. Скриншоу. Я домой. Пока. Там все как обычно. Гена зарядит какую-нибудь мощную фразу, а потом... Для того, чтобы задать тон, попадаю сразу. Зырь. Давай, малыш. А у меня так всегда. Понятно. А иранский месяц все-таки не приехал, походу. Смотри, папа в здании. В каком здании? Что ты вообще мне предъявляешь? Ты сам попасть не можешь. Стоп, Артём. Дай энергии. Артём, дай энергию. Фу. Отличный первый раунд. Хорошо начали. Всем спасибо. Продолжаем. Игра была равна, играли два. Ребят, смотрим и учим. Ой! Немножко ёкнуло где-то. No! Это так. Отпускаю. Очевидно, отпускаю. Нам надо забивать туда же. Вы это забьете. Не надо, там тяжело. Артём, пожалуйста, Артём. Посёлочек. Я видел, как Азмон это делал. Оу! Это было ты не плохо. Сюда. Ты это просто бог. Он это пушинка. Было это было неплохо. Да, раньше не мы поднял. Его восьмером не подняли бы. Давай, дорогой, давай. Ты колхоз или не колхоз? Вай, путамари. Вот это ставьте, пожалуйста. Нет, амбуланс надо. Дэн, ты можешь с таким же успехом в ту сторону бить. Что думаешь? Прогнозы, коэффициенты? Нет, я думаю, это ничья, очевидно. Да! Дзюба как бы любил. А, футбол смотрел? Да, спокойненько, а. Можно ветер выключить? Раньше Миллер не замечал даже урагана. А сейчас даже легкий бризик его уже смущает. Я видел, как попал Азмун, я видел, как попал ты, поэтому пошло.
Время повторить, я хотел сказать. Ироночная, можно было бы и поближе. No! Так и парю. Вообще, я чувствую себя максимально комфортно, потому что я здесь самый лузер. А лузер что? Не испытывает давления. Лузер что делает? Лузер берет и попадает. Ах, как хорошо бы было! На грани! Бла-бла-бла. Ну что, ребят, ну, я хочу, я вот настроился. Я говорил, кого вы бросаете, нам все равно где. Нам все равно где. В России, в Испании. Следующий будет эфир в Тегеране. Где хотите ее, мы везде обыгрываем. Что, парни, у нас осталось по последнему удару, и впереди катящаяся шина. Соберись давай, соберись. Раньше ты был хоть пухленький, Гена, красивым, плюнь. А сейчас ты что? Ты никто. Давай, соберись. Здесь главное торопиться не... Он даже не попадает в шину, вы что, издеваетесь? Жестче, жестче запускай, жестче. Все спокойненько. Ну хоть в шину человек попадает. Я горжусь тобой, молодец. Общество лузеров. Общество лузеров, оп, и сразу появляется капитан общества лузеров. Я, да. Вот он, да, давай. Понимаешь, что я не испытываю давления? Давай, да я вижу, давление испытывает. Я вообще ничего не испытываю. Давление испытывает вон твой товарищ, мистер 200 килограммов. Давай, я готов. Дэн, давай, в эту дырочку. Давай, давай, давай. О, что он делает? Мама мия! Мама мия! Мама мия! Мессия! Мессия! Боже ты мой, какой! Он сейчас положил! Ёшкин ты кот, ты что ж так быстро? Я бы попал легко. Вообще на изи. Просто раз и два я бы попал. Я бы это сделал. Look, look here! Это было... Можно, это, можно я бы чемпион скрутить? Это было элегантно. За задницу не трогай меня. Это не я. С ним... Все. Второй челлендж – потные хомячки. Параллельно друг другу идут две 100-метровки, усыпанные надувными бассейнами. Участники забираются в гигантские зорбы и пытаются добраться до финиша. Первыми на старт выходят Дзюба и Миллер. После их гонки состоится еще одна – Азмун против Денисова. Победу в челлендже одержит команда, выигравшая два забега. Важнейшее условие – игроки обязаны проехать по каждому бассейну на трассе. Эй, хомячки, пора залезать в шарик. У-ху-ху-ху! Какое эхо я могу тут спеть, ребята! Это будет победная песня! Фу, нереально сложно. Ну, нет шансов, вообще никаких. Годы тренировок вели меня к этой минуте. Да! Cheers, Maddie. Just like the movie, we're getting started here with the rock. Ну, это можно? Что он делает вообще? Смотри. Гена, давай, ну! Что там происходит вообще? Гена, давай, есть преимущество, работай! Ну и что мне с этим делать? Ты видел, что он сделал с Джеффри? И он такой не подписывался. Втащим ему, нас много, втащим! К черту! Валим отсюда! Парни, валим! Давай, Артем! Ты смотри, он проигрывает. Как он как белка, он как хомяк! Да что происходит? Я победил, нет! Где дырка? Только не упасть! Я-то все объезжал, а он просто по прямой поехал. Сказали правильно ехать, я все задел. Многие подумали, что победитель Гена Миллер, но задача была не только кто самый быстрый, но и тот, кто все стоечки задевает. Кто это сделал? Ваш покорный слуга. А очередные вот эти непонятные... просто, знаете, колобок. Все, хватит, колобок. Хватит, просто... тебе тяжело? Мне тяжело. Да, мне обидно это признавать, и очко уходит в команде футболистов. Короче,
Вот так оно и бывает. Думаешь, что победил? Нет. Ты понял, как слалом? Верил, да? Как слалом. Тач. Сейчас мы их... И потом в финале я его... И все, и... Сердар выиграет. Короче, пойдем, давай, я хочу тебя уничтожить. Давай. Нет, ну! Я Хабиб. Я Хабиб. Конор. Трассу немножко поменяли, добавили им, потому что, возможно, нельзя свинину. Мы все чтим, все под контролем. Артем, Зу, 100% поиграл это. Давай. Надо выиграть. Первый есть. Артем, ну все. Давай, пошла, подойди. Давай, жми. Куда жми, ты лезешь? Давай, сюда. Залазь просто. Нет. Давай. Тебе помочь, может быть? Я не вижу. Пашкин, на. Давай, коснулся. Втопи, давай, пожалуйста. Давай, Сердар. Втопи побольше. Я подложил вам свинью. Один к одному. Давай. Гол. Давай, ты первый. Он упал, он пал. Давай. Ну что я могу сделать? Просто. Спокойно. Нет, не прямо. Давай. Выше всего. Мистер Флэш внутри шарика бежит. Я, если честно, с трудом за ним успеваю. Главное говорить. Давай. Иншаллах. Иншаллах, давай! Давай. Чемпион! Жарко, пожалуйста, возьми! Здорово, Сердарчик! Хорошо! Я знал, что он едет на эту свинью, и он еще упал назад. Видел, да? Видели все? Жарко, помоги! Как я вам свинью подложил грамотно? Я прям знал, что на нее... Я залечу! Я забью! Не прямо ей, надо сбоку, а он прямо по прямой. Гений, стратегии. Артем, тактик. Иди, подержи его. Артем, да, подержи, вот смотри, он там упал. У тебя попка-то там вылезет, нет? А это прям его дырка. Ой! Главное это командная работа. О, нет! Поздравляю тебя! Шайтанами. В любом случае, ты красавчик. Я видел то, что ты старался каждую. Я честно, за меня, чтобы да. Вот этого не было команда блогеров, Ты проезжал через них? Не трогал меня, я не хочу. Нет. Потом. Ребята, 2-1 повели мы. И следующий челлендж. 2-1, да? Ну, ты один красивый. 100 рублей потом дам. 2-1 и следующий картинг мы урубашим. 200 дам. Хорошо, дорогой. Ты мой. Победа. Третий челлендж. Картинг-бол. Участники сыграют в самую автомобильную разновидность футбола. Поле, ворота, гигантский мяч и 6 заряженных картов. Почему 6, если игроков четверо? Футболистам присоединился гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов, а банда блогеров завербовала к себе его коллегу Йоба Ван Эйтарта. Матч пройдет до 3 голов. Ну что, ну давайте.
Я влечу, моя тактика просто сдать его. Не-не-не, Красава! Пас! Пара! Да! Вообще лучший мой гол в карьере, я хочу заявить это, потому что меня дал пас Сердар Азмунов. Большой дзюбинатор! Дзюбинью! Дзюбрагимович! Артем Дзюба! Браво! Раз! Убирает! Два! Замыкает! Когда мы это делаем, он туда летит, и все, я буду прикрывать здесь. Вам главное плавно его туда забивать, потому что они катаются по кругу, а толка нету. А вы поступательно, раз-раз-раз, и туда его. Когда ты быстро говоришь, я вообще не понимаю. Короче, ситуация такая, играть крайне сложно. Действительно сложно. И мне кажется, что они договорились о какой-то тактике, а у нас тактики нету. Но сейчас у нас появилась мысль. Ёп играет в центре, Гена царит на правом фланге, а я, подобно Криштиану, разматываю всех на левом. Пускай они играют спокойно, я подожду и влечу на максималочке. Давай, фальстар, жду. Нет, папа на месте. Миллер портит игру, вот все было хорошо, если бы не Миллер. Йоп. Просто нечестно. 2-0! Возьмите, я говорю! И 2-0! Вот вам несуразность очередная обороны. Такая не самая трудовая баночка у Артема, поэтому мы ее не в счет, но карандашком запишем. Сейчас поедем. Это скандал. Фу!
Ай, елки-палки. Останови! Слушайте, вы такие смешные просто! Это Тём, это такая позор! Это, ты понимаешь, что это год? Я не виноват! Это все увидят! Ты понимаешь, как это стоит? Ты забиваешь рукой! Играю. Дайте гол рукой. Есть фэрплей? Фэрплей сейчас есть? Нет. Нету. Какой? Вы видел, как? Играй в футбол. Да это позор. Играй. Просто как позор. 3-0, Йос, 3-0. Ребятки, ребятулечки, сейчас самое интересное – наказание. Эти две тряпки не смогли залезть туда вдвоем. Ну хорош, все, все, как я пошел. Как бы не худело вот это создание. Я эксперт в наказаниях. И хочу заявить сразу то, что это наказание, это больше как приз, и вот прокатиться по кайфу. Залази туда. Тихо. Мы вдвоем? Вдвоем, да? Нет, он сюда не залазит. Ребят, завалите. Итак, я тебя только понял, для чего Миллер худел. Потому что до этого мы туда его даже не запихнули бы. Этот Винни-Пух бы застрял бы. Все, тогда итак, давай ты там с непонятной прической? Давай, я готов. Нет? А это, я поел плотно перед этим, ребята. Ну, с горочки какой-нибудь. Ну что, ты жив? Обратно давай его просто заплыть. Сейчас выйдешь, подожди. Эй, мы так не договаривались! Эй! Ну! За что? Нет. Я своих защищаю. Вылазим. Клинтура, вылазим. Смотрите, у меня руки. Давай. Я так и знал! Да, видимо, у меня сейчас... К черту ваши челленджи! А можно? Эй, ну не надо давай, его, эй. Застрял. Гена, я бы тебя защитил. Даже нога застряла. Давай, Ир. Итак, готов? Ты готов, Хрю? Давай. Подожди, стоп, хрюхни. Поехали. Хрюхни сначала. Я пухну. Ай. Хватит раза. Еще. Подожди, все, сейчас вылази. Вылази, давай, все нормально. Я тебя укушу сейчас. Хватит, пожалуйста. Да, пожалуйста, стоп. Да хватит. Нет, сколько можно, стоп, да хватит, мы уже уехали далеко, да? Не, еще не доехали стоп, даже. Стоп, как ты не доехал? До машины решение не доехали. Пойти первым было очень верно. Все. А сейчас давайте перейдем к самому важному для многих из вас. Мы разыгрываем традиционные призы. Две футболки футбольного клуба «Зенит» с автографами всех футболистов, даже вот этих двух ребят. А вот этих, это Артем Язмов. Вот что, прости, вот брат, извини, прости, все, извини. Все. Дай поцелую тебя, иди. Ты что, ты вот я понимаю. Ага. Ты Аздоев? Иди сюда, иди сюда, иди. Гена, скажи. У меня нет 18, ребят, ты что делаешь? Гена, что? Говори. От сети АЗС «Газпромнефть» мы разыгрываем две карты лояльности на 5000 бонусов на топливо G-Drive. Гена, расскажи, что нужно сделать, чтобы получить эти мощнейшие призы? В комментариях к этому видеоролику вам надо оставить свои предложения по поводу следующих челленджей. Также не забывайте про репост этого видеоролика ВКонтакте на свою страничку. Под репостом ВКонтакте вам нужно предложить наказание для следующих выпусков. Друзья, это все. Четвертый выпуск G-Drive Show закончился. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Стоп, ребят. Так, одному логопед, мы поняли, второму парикмахер. И еще, раньше Миллер был реально нормальный парень. Такой в меру упитанный, да, слегка, может быть, жирный, да. Да, не без этого. Сейчас это непонятно что. Это какой-то, я не знаю, что это, дрищ или ты кто это. На нервной почве. На нервной почве, мы опять его обыграли. Я вам всем говорю, если вы поставите 150 тысяч лайков, то Гена Миллер стоит. Съест вот эту ногу и мою оближет, если надо будет. За три дня. И запишет это на видео. Ребята, выложит на YouTube. Ребятки, за давай 150 тысяч лайков. И вот это, на, держи сразу тебе. Это мой трон. Съест, и он вернет весь свой вес и все свои нервы. Так ведь? Вот теперь точно финал. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 150 тысяч лайков. Ставьте 150 тысяч лайков, и Гена Миллер съест эту ногу. Увидимся на Зенит ТВ. Удачи. Увидимся. Пока. Иди сюда. Нет. Иди сюда. Что происходит? Держите его. Я в этом не участвую.
Победа в Барселоне стала для российской команды G-Drive Racing второй в сезоне 2019 и уже 25-й в международных гонках на выносливость. Это рекорд класса LMP2. Следующий этап европейской серии «Леман» пройдет в британском Сильверстоуне в последние выходные лета. Гонка на легендарной трассе состоится 31 августа. Артем Дзюба и Сердар Азмун через несколько дней после съемок в специальном выпуске G-Drive Show в Барселоне на двоих заработали 2 очка по системе «Гол плюс пас» в победном матче с Сочи. Лионель Месси продолжает восстанавливаться после столкновения с капитаном сборной России. Гена Миллер и Денис Денисов созвали пресс-конференцию, на которую никто не пришел, и заявили, что больше не будут отдуваться за всех блогеров планеты. В следующих выпусках G-Drive Show вас ждут новые лица, ну а Миллер и Денисов навсегда останутся в нашей памяти как обладатели невероятного титула «Четырехкратные лузеры».